Здравствуйте, канал компании Viva Telecom, и сегодня я расскажу вам о новинке, поступившей к нам на склад. Это термометр воздушный Testa 905i. Данная модель из серии Smart Probe, то есть производитель Testa выпустил сейчас новую серию продуктов. Это все устройства, которые не имеют дисплея для отображения информации. То есть само устройство, на котором есть только кнопка включения и выключения прибора. Вся информация, которая считывается и измеряется, она передается на ваше электронное устройство. Как то планшетный компьютер, либо обычный планшетник небольшого размера, коммуникатор, смартфон, либо это продукт производства Apple, это iPhone, либо iPad. Ну, в принципе, то же самое, смартфон или планшетник. Передается по виду связи Bluetooth, то есть обязательно, чтобы был Bluetooth у вас включен. И далее уже с прибором можно работать. Поставляется в такой картонной коробке на лицевой панели. Здесь обычно пишется артикул прибора и также внешний вид, как он выглядит. На обратной стороне указывается на нескольких языках назначение прибора, его основные технические характеристики, диапазоны измерений. То есть у данного прибора 905-го измеряется температура воздуха от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 150 градусов по Цельсию. В комплекте поставки идет краткое руководство пользователя на нескольких языках и в том числе на русском языке здесь. То есть вы можете посмотреть краткое руководство. Если более расширенное руководство и инструкцию пользователя вы хотите посмотреть, то это поставляется на мини-CD-диске. Скачивайте на компьютере, можете распечатать, либо смотреть с компьютера. Там полная инструкция. И также еще калибровочный протокол заводской есть в комплекте. Так, далее само устройство, ремешок на запястье, внешний вид устройства, корпус устройства из пластика, боковые поверхности прорезиненные, мягкая на ощупь, мягкий на ощупь материал, на лицевой поверхности есть только одна кнопка включения и выключения прибора, более она ничего не делает. Над кнопкой есть небольшой светодиодный индикатор. Он показывает статус активности или неактивности прибора, то есть работает, не работает, и подключен, не подключен он к вашему гаджету, планшетнику или смартфону. На обратной стороне небольшая наклейка с указанием артикула модели, серийный номер, ну и техническая информация самого производителя. Под крышкой батарейного отсека закрывается на металлическую щеколду. Здесь находятся три элемента питания формата 3А, то есть 3 мизинчиковые батарейки. Вставляется, закрывается, также на металлическую защелку. Здесь сбоку есть крепление под ремешок на запястье, на руку, то есть здесь крепится она. Так, как только вставили батарейки, в принципе, светодиод уже сразу начинает мигать желтым. Это обозначает, что устройство включено, но еще пока не синхронизировано с вашим устройством. Так, если у вас ваш гаджет на андроиде, то вы заходите в Play Market и легко скачиваете программное обеспечение от Testa, это Smart Probes. Если у вас продукт от компании Apple, то то же самое скачивается эта программа через App Store. Я уже скачал ее, поэтому запустим сразу. Запускается программа. Включается автоматически Bluetooth у вас на устройстве, и сразу же начинает передаваться информация на дисплей вашего устройства. То есть вот сейчас измеряется температура воздуха, она у нас 26 градусов здесь. Так. Сама программа русскоязычная, то есть локализована для России, хотя есть и другие языки, при желании можно переключить на другие языки. Отображается либо списком вся информация, либо отображается графиком, то есть можно графики, либо отображается в форме таблицы. В форме таблицы здесь снимаются показания и сразу же привязывается по времени. То есть температура, здесь дата, время. Так, есть, если у вас несколько приборов,
если у вас несколько приборов, то вы можете даже переключаться между приборами, просматривать разные характеристики. Здесь можно вывести и экспортировать отчет либо в Excel, либо в PDF к себе на компьютер, то есть переслать информацию и далее уже работать со снятой информацией. В принципе, ничего сложного, все настройки интуитивно понятны, и даже если будут какие-то у вас вопросы прямо при проведении работ, то есть здесь можно нажать кнопочку «Вводные инструкции», и далее здесь уже на русском языке описывается принцип действия программы. То есть ничего прям сложного, все понятно и легко. Это основной принцип данного прибора. На этом закончим сегодняшний обзор. Всего доброго, до свидания.